Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. В минувшую пятницу поклонники узнали неприятную новость: жена Григория Лепса подала на развод. Супруги прожили вместе 20 лет и воспитывали троих детей. Они не комментируют причины расставания, однако, очевидно, очень переживают из-за краха семьи. Вчера Лариса Долина должна была выступить вместе с Григорием Лепсом на сцене Крокус Сити Холл. Однако номер сорвался из-за неприятного события. Мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. «Гриша, пожалуйста, поправляйся», — обратилась она к коллеге. «Потому что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем». В итоге 66-летней артистке пришлось срочно менять песню для выступления. К счастью, рядом оказалась Карина Кокс, которая согласилась заменить заболевшего исполнителя. Вы же помните, что мы спели с ней льдинку в новой редакции Валерия Степанова. Вот так мы вышли из положения. Спасибо, Кариночка, за твою чуткость, люблю. Поблагодарила Долина певицу. Поклонники поддержали Ларису Александровну и оставили теплые слова в адрес Лепса. Молодцы, девочки. А Гриша скоро выздоровеет, и вы так споете. Пусть Григорий поправляется быстрее. Хорошо, что быстро вышли из положения. Скорейшего выздоровления Григорию. Чтобы все услышали эту песню в вашем исполнении с Григорием, пишут подписчики. Пока неизвестно, что стало причиной плохого самочувствия артиста. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.